Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и привет любителям космических игр. И тут у нас культовые космические рейнджеры выйдут на мобильные платформы до конца года. Вслед за текстовым квестом «Космические рейнджеры квест» компания 1С анонсировала новую игру по знаменитой вселенной «Космические рейнджеры. Наследие». Как уверяют разработчики, это духовный наследник легендарной серии космических стратегий с элементами RPG, торговли, аркады и текстового редактора, в котором игрокам предстоит вновь пережить события первых двух частей. По сути, это хорошо известные и любимые «Космические рейнджеры», но с улучшенной графикой и управлением, адаптированным под сенсорный экран смартфонов и планшетов. Ключевые особенности космических рейнджеров наследия такие: обновленный интерфейс, адаптированный к мобильным платформам, обновленная графика, 3D персонажи в правительстве и на станциях, каждый из которых имеет уникальные расовые анимации, эмоции на ответ игрока, улучшенная галактическая карта и мини-карта с компасом, 7 анимированных 3D станций, 5 рас, 18 основных видов оружия, расширенная система наград. Космические рейнджеры наследие выйдет на iOS и Android до конца этого года.